Даже с ананасом жирно здесь сидеть. يسمى بمنتدى موسكو في فبراير وابريل الماضي ولكن это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Это пиздец. Хорошо. Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Почтальон Печки принес заметку про вашего мальчика. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Будьте осторожны при встрече с пришельцами. О себе возомнили, пошли бы вы нахуй.
Че кто выиграл-то? Молодой? Нет. Как нет? Томат. Ну, потому что молодой уже старый.